А как мы будем жить без нашей квартиры? В село поедем. К дяде Дане. Навсегда? А школа? Что-нибудь придумаем насчет школы? Помнишь, ты велосипед хотел? Папа купит тебе велосипед. А в селе для велосипеда, знаешь, какое раздолье. Можно сколько угодно кататься. Это было бы круто. Видишь, в любой ситуации можно найти что-то хорошее. Мы сейчас только дяде Дане позвоним, чтобы он дом убрал. Что дядя Даня у нас, конечно, дядя, но он у нас немного необязательный. Смотри на меня. Смотри на меня. Тихо, тихо, тихо. Смотри на меня, пожалуйста. Я тебя прошу, смотри на меня, пожалуйста. Смотри на меня, пожалуйста. Смотри на меня. Водитель, ну что там? Там полицейские дорогу перекрыли. Будем тянуться. Откройте дверь, пожалуйста, я здесь выйду. Без проблем. Наверное, тоже пешком быстрее дойду. Да, все отлично. Да, ужинаю с благодарным клиентом. Да, завтра уже буду дома. Герман, говори громче, я тебя не слышу. Алло. Партнер звонит, интересуется. Вы уж извините, что так совпало. Полоумные девки не дали спокойно поужинать с уважаемым столичным адвокатом. Хотел как лучше. У нас этот ресторан считается самым хорошим. Да перестаньте извиняться. Отличная культурная программа. Разбитная натура, горячая кровь. Разве вам такое не нравится? Ну, вообще-то. Знаете, а я насмотрелся на этих столичных снежных королев по горлу. А вот такие вот провинциальные красотки – то, что надо. Вы женат? Нет. Живу в свое удовольствие, не связывая себя обязательствами. А я вот женат. Жена как час назад позвонила, услышала на фоне женский смех. Теперь продолжает названивать, покоя не дает. Но зачем заставлять супругу нервничать? Можно спокойно оставлять меня одного здесь. Правда? Гостиница в двух шагах, я доберусь. Ну, в таком случае, еще раз спасибо вам за все. Да всего хорошего. Вам спасибо. Да. Да не кричи, еду. Ух ты ж. Привет. Здорово. Как я рад тебя видеть. Прости, пожалуйста, что опоздал. Да ничего страшного, сам только приехал. Садись. Ты видел, там такой кипиш какой-то? Чувак из окна выбросился. Ого. Не пройти, не проехать. Пробка. Жуть. Полчаса ехал. Да, Тимурыч, ты вырос.
Возмужал. Спасибо. Ты тоже хорош. Спасибо. Давай, закажи себе что-нибудь, я угощаю. А, да нет, я не голоден. Серьезно? Да. Ну, кофе хотел. Девушка, кофе. Ну, а ты пока рассказывай, что за дело. Есть хорошая шумаска у вас? Отнесите в подарок вам той девушке, которая поедет. Ну, в общем, вот такое вот условие мне выдвинул мой будущий тесть. Ну, как будущий, на тесть, конечно, сложится все. Спасибо. Я уверен, что все сложится. Слушай, я, конечно, понимаю, что... сумма большая, ну, вдруг у тебя получится мне ее одолжить. Я тебе буду частями отдавать. Бери, брат. Пользуйся. Да ладно, пока еще вот так вот, что ли, сразу. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Не надо меня благодарить. Это я еще тебе должен. Я ж тебя 100 лет не видел, никак тебе не помогал. Ты один за мамой ухаживал, пока она не умерла. Я что-то забегался, закрутился. Дела, работа, семья. Я все понимаю. Ну да. Так что это я еще тебе должен. Ну, плюс сегодня удачная сделка прошла. Ну, что ты смотришь, бери. Прячь. Давай. Ну, я теперь такую свадьбу, Ларе, сделаю. Спасибо тебе огромное, брат. Не за что, брат. Алло. Лорик, доброе утро. Ты чего трубку не берешь? Спишь, что ли? А как же тренд? Какой тренд? Ну как, ну твой тренд. Быть, как все, самые преуспевающие блогерши. Просыпаться в 6, делать йогу на рассвете и готовить завтрак. Полезный завтрак. Себе и мужу. Мужу? Какому мужу? У меня нет мужа. Ну так скоро будет, Лорик. Я наконец-то нашел деньги на нашу свадьбу. Мы с тобой женимся. Правда? Клянусь. Ладно, ты еще спишь, давай, высыпайся. Через часика два к тебе заеду. Все, целую тебя. Может, завтрак в постель способен поднять настроение моей ночной гости? Не способен. Шампанское? Ты споил меня вчера. Я? Да ты и до меня была уже. Ты воспользовался моим состоянием. Зачем ты вообще появился? Все было очень хорошо для тебя. Я не заметил, подумал, наоборот, все плохо. Решил развлечь. Развлек. Видеть тебя не хочу.
Здравствуйте. Я к Виталию Савчуку. Добрый день. Гендиректор вас ожидает? Скажите ему, что это Тимур Вартанюк пришел по личному делу. Разрешите? Угу. Тимур, ты что-то хотел? Да. Ты без предупреждения, так что извини, у меня до следующей конференции 15 минут. Я не задержу вас надолго. Виталий Викторович, я пришел просить руки вашей дочери. Вот оно что. Я выполнил условия ваши. Теперь я могу организовать и, главное, оплатить свадьбу, достойную Лоры. Но так пусть же она станет моей женой. Так-то не у меня нужно спрашивать, а у Лоры. Нет, так она мне сразу сказала, да, еще на школьном вечере. Там была задержка только по вам. Значит, деньги у тебя теперь есть, а задержка только за мной, да? Да? Ну, у меня деньги есть, да. Ну, вы не подумайте, они там честные, я их нигде не украл. И... Да я так и не думаю, я никогда плохо не думаю о людях, в которых верю. Ой, так да? Так да. Дорогие мои дети, я... О, я, честно признаться, давно так не волновался. Я от всего сердца поздравляю вас. Хочу пожелать, чтобы в вашей совместной жизни была радость, тепло, забота друг о друге, здоровье, уют. Всего, что было в нашей жизни с твоей мамой, дочка. Я очень надеюсь, что она сейчас наблюдает за нами вот оттуда, и она восхищается тобой. Тимур, мы принимаем тебя в нашу семью. Я смело могу сказать, что у меня очень большие надежды связаны с тобой. Я предлагаю тебе место юриста в своей компании. Я в тебя верю. Я хочу... чтобы это был семейный бизнес. Ну, вот так всегда. У моей единственной дочери свадьба, а я все о работе и о работе. Но я исправлюсь, друзья. Горько! 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 Доченька. Ну, иди сюда. Ух ты. Так, а свидетель точно женат? Точно. Шаль. Нравится взрослый мужчина? Да ну фу, прекрати. Это брат Тимура. А, так я не поняла, родной? Да. Так почему его никто никогда не видел? Ну, он лет 15 назад уехал в столицу, и там завелся, внимание, семьей. И сюда редко приезжает. А вот эта девочка — это его дочь. И что такая грустная? Я хочу пирожных, а мама не разрешает. Вот эти? Да. Ох уж эта мама. Ну ничего, пойдем поговорим с мамой. М? Вот эта блондинка — его жена. Так что будь поосторожнее с ним. Хочет пирожное. Сереженька, она начинающая модель. Зачем ее приучать к сладкому? Ну хочется.
Смотри. Твоя мама сладкая не ест. И тебе тоже надо держаться. И тогда будешь такая же красивая, как мама. Ну, пожалуйста. Городская фифа. Да? Я не работаю, хожу по салону красоты. Да, она не работает, но я заходила на ее страничку в социальных сетях. Она занимается благотворительностью. Все ясно, столичный бомонд. Нам так не жить. Джонни, меня обобщай. Скоро и мы так заживем. Так, все, я устала. Давайте ехать домой. Ничего время зря терять. Это не наша компания. И у меня дел куча. Хорошо, сейчас с братом прощайся и поедем. Тимурыч. Да. Я тебя поздравляю, и нам пора ехать домой. Нет, уже? Ну да. Но вы без нас хорошо все отгуляете. Хочу тебе сказать одно. Ты попала в очень хорошую семью. Я знаю. Это очень хороший старт. Так что давай, дерзай, смелее. Да я готов. Я вот уже буду завтра увольняться с предыдущего места работы. И, как ты слышал, поступать юристом на птицефабрику. А, у тебя тесть на птицефабрике работает? Да. Ну, там продукция под названием... Витал Макс. Кстати, вот откуда Витал, понятно. Отца зовут Виталий. А Макс, никого во главе птицефабрики не было с таким именем. Ну, это не важно. У нас отец придумка. Да, это точно. Вы очень хорошая пара. Спасибо. Звезды этого маленького городка. Брат, поздравляю. Спасибо, брат. Если до обеда кормораздатчики не будут налажены, вызывайте из отпуска главного инженера. Ясно? Что у нас по продажам? Еще две столичных сети супермаркетов заинтересовались продукцией вакуумной упаковки. Я подготовил предложение. Угу. Посмотрите? Да, передайте, пожалуйста. А что с гипермаркетом «Комета»? По «Комете» все по плану. Готовятся договора? Договора уже готовы. Я их передал на визирование. А можно я скажу? Я нашел в контрактах несоответствие и вернул их на доработку. Так что к вопросу лучше вернуться через 2 дня. Хорошо, договорились. Ну что ж, всем спасибо, хорошего дня. Тимур, задержись, пожалуйста. Виталий Викторович, ну, да нет там никаких несоответствий. Да старший юрист попросту придирается. Вполне возможно. Ты же знаешь, что в компании к тебе пристальное внимание. Твоя задача непроста. Каждый день доказывать свое мастерство. Я понимаю. Присядь. И я вот чего тебе задержала. Хочу поделиться личным с близким мне человеком. Личным? Я вот что решил. Компания работает стабильно, дочь уже выросла и вышла замуж, как ты успел заметить. Вот я и хочу купить квартиру в столице, пожить для себя. Ну, круто. И когда это будет? Очень скоро. Мне уже присмотрели несколько вариантов. Еду на смотрины. И обязательно поделюсь впечатлениями. Угу. Привет. Привет, любимый. Устал? Ну, немного. Встречался с контрагентом, 3 часа обсуждали договор. Ты самый красивый юрист, которого я знаю. А ты самая красивая жена юриста. А что у нас там? Так. О, а вот и папа вернулся. Привет. Привет. Быстро? Мы требуем подробного отчета. Да, я думаю, мне сначала ужином накормят. Обязательно. Рассказывай. Ладно, не буду тянуть интригу. Нашел.
Пентхаус в новом доме над рекой. С фантастическим видом. Впечатляет. Круто. И это не просто квартира. Когда-то на месте этого дома был парк, а в нем было колесо обозрения. И когда тебе исполнился годик, я повез твою маму на выходные в столицу. Мы гуляли по городу и катались на этом колесе. Это совпадение. И вот когда мы поднялись на самый верх, твоя мама сказала, что хотела бы иметь такой вид из окна. А ты что? Я сказал, что так и будет. И вот сегодня, когда я вышел на террасу пентхауса, я вспомнил свои слова. За всю свою жизнь я ей ни разу не изменил. И теперь не собираюсь менять свои обещания. Так что эта квартира моя, и другие варианты я рассматривать не собираюсь. Дорогая, наверное? Цена меня устраивает. Соседи что-то говорили, что якобы она была замечена в каких-то судебных разбирательствах, но это все решаемо. Ну, вы за это не переживайте. У вас есть свой собственный юрист. Я этим займусь. Дайте мне только немного времени. Тимур, не спеши. Ты должен сосредоточиться на работе на фабрике. Мне порекомендовали успешного адвоката столичного. Вот пусть он этим и занимается. Завтра он с утра подъедет, и я поставлю перед ним задачу. Так чего вы не переживайте, я успею и там, и там. Каждый должен заниматься своим делом. Пойду переоденусь. Не понимаю, твой отец сам говорил, что верит в меня. Зачем же нам нужны какие-то заезжие специалисты для решения семейных проблем? Ну, оторвись ты от этого компьютера. Посмотри лучше на меня. Нет, я правда хочу понять, что-то не так. А я вот хочу сейчас оказаться в постели с самым крутым юристом в мире. Ну, Зай, отец же сказал, что сами разберутся. Зачем нам тратить ночь на какие-то скучные дела? Лорик, у меня совсем нет времени. Стоять! Без моего поцелуя рабочий день начинать запрещено. Удачного тебе дня. Помни, ты крутой. Запомнил. Ну все, теперь точно побежал. Давай. Доброе утро. Доброе утро. Знакомьтесь, это Лора, моя дочь. Очень приятно. Это Дмитрий, адвокат. Я вчера тебе о нем говорил. Прошу в дом. Олег Евгеньевич, извините, можно вас на минутку? Доброе утро, Тимур. Доброе. У меня к вам просьба. Вы не могли бы поделиться своими доступами в государственный реестр? Мне там нужно кое-что посмотреть, а я, как вы говорите, еще начинающий, у меня нет своей цифровой подписи пока. Какие именно реестры вам нужны? По недвижимости, реестр права собственности на... Как это связано с подготовкой договоров с супермаркетами? Ну, вот, если честно, то никак. Это личное. Тогда почему мы об этом говорим? Я понял. Займитесь делом, Вартынюк. Мы тут десятилетиями вкалываем, чтобы потом кто-то с легкостью через ЗАГС себе карьеру сделал.
что ж, задача понятна. Бюджет устраивает. Через пару дней вернусь с новостями. Приятно было побеседовать. Будем на связи. Провожать не надо, я знаю, куда идти. Пап, что он сказал? Он сказал, что все получится. С первыми новостями будет через пару дней. Да ты не волнуйся. Он хороший адвокат. Все будет хорошо. Так что, как видите, не прошло и двух недель, а мы уже с вами на финишной прямой. Да, все, как вы и обещали. Через пару дней привезу официальные документы. Очень хорошо, спасибо. А скажите, могу я в знак благодарности угостить у вас хорошим виски? Предложение, конечно, заманчивое, но я за рулем. Ну, оставайтесь у нас на ночь. Да, кстати, вы играете на бильярде? Я очень люблю бильярд. Ну, тогда я вас 100% не отпущу. Мой зять отказывается играть вместе со мной. Спасибо. Цвет огонь. Жалко, я такой не взяла. Так, позвоню папе, скажу, что скоро буду. Алло. Алло, привет, пап. Ты уже дома? Да. А Тимур? Пока нет, но ждем с нетерпением. И у нас сегодня гости. Я уговорил Дмитрия остаться у нас на ночь. Наконец-то я поиграю сегодня на бильярде. Хорошо. Извините, а у меня планы изменились. У вас есть свободное время на макияж и укладку? Да, мы как раз закончили. Подожди. Так мы вместе собирались уходить. Мне что, теперь от тебя час ждать? Не хочешь, не жди. Могу я себя в порядок привести или нет? Так а ты домой? Домой. Так вот это все делаешь для того, чтобы приехать домой и лечь спать? Просто надоело ходить как попало. Что-то ты, подруга, не договариваешь. Да-да, раздевайся. Привет. Сегодня нас ждет бильярд. Да, ну, я... Да я знаю, ты не любишь, но ничего. Чем больше участников, тем интереснее. И, ну, сделай одолжение. Нет, проходи. Конечно. Проходи, наливай виски, а я пока подготовлю бильярдные. Быстро вы справились. Спасибо. Я контролировал этот процесс. И то, как вы быстро все разрешили, у меня вызывает некоторые вопросы. И на правах коллеги и члена семьи я хочу вам их задать. Пожалуйста. Можно на ты, коллега. Итак, что получается? Квартирная мафия отжала квартиру предыдущих хозяев и перепродала моему тестю. Обманутые хозяева обратились в суд безуспешно. И тут вдруг ты за каких-то пару недель все решил. Нет, это круто, да. Ну, как? Да у меня, собственно, не было такой задачи. Победить, как ты говоришь, мафию. Мне нужно было устранить претензии по конкретному объекту – пентхаус. Что я, собственно, и сделал. Благо, щедрый Виталий Викторович выделил хороший бюджет для решения всех проблем. И что ты сделал? Заплатил хорошие отступные предыдущим владельцам.
Они уже руки опустили добиваться какой-то справедливости. А тут хорошая сумма. Дальше с помощью переговоров, закона, опять-таки денег, ускорил процесс в судах. Так что претензий нет, скоро юридически чистые документы будут лежать вот на этом столе. То есть ты хочешь сказать, что мой тесть нормально отнесся к тому, что эти квартирные разводилы остаются на свободе и продолжают кидать людей? Да? Да, я, собственно, не посвящал его в такие подробности. Мы, повторюсь, решали проблему точечно. Конкретно по пентхаусу. Я его отбил. Точка. Ну, тогда я вынужден посвятить его в эти подробности. Да, он получил свой пентхаус, но в итоге-то преступники остались безнаказанными. Это как-то, ну, нехорошо. Слушай, я уважаю твой юношеский максимализм, но Виталий Савчук мой клиент. И я буду решать, как удовлетворять его интересы. Шары на столе. Добрый день. Я всегда говорил, что у меня самая красивая дочь. Спасибо, пап. Прошу. К сожалению, мне не с кем играть. Раньше мы с моим другом все вечера проводили за бильярдным столом. Да, кстати, вот это его кей. Я его храню как память о безвременно ушедшем, дорогом для меня человеке. И эту победу я посвящаю ему. Какую победу? У вас еще три шара. Да. Следите за движениями. Есть. Браво. Спасибо. Ты вовремя. Твоя очередь. Да, я схожу за угощениями в машину. Совсем забыл. Мне сегодня презентовали, отличные сыры сдали. А вы вникали в то, как Дмитрий вел дело по вашему пентхаусу? К сожалению, нет. Я как раз был занят передачей дел по фабрике новому управляющему. Как я уже говорил, каждый должен заниматься своим делом. Это по молодости я хотел все знать, всем интересовался. Я и от вас бы хотел уехать для того, чтобы не контролировать ваш каждый шаг. Я всю свою жизнь потратил на то, чтобы во все вникать и все контролировать. И всего добиться. Разбивай. Почему ты ни разу не подал виду, что узнал меня? Ну, признаюсь, в сегодняшнем образе тебя действительно не узнать. Можно поинтересоваться, что послужило причиной такого переплощения? Во все предыдущие твои приезды я выглядела как обычно, и ты не отреагировал на меня никак. Будто я пустое место. Что, совсем никакого следа в твоей жизни не оставила? А разве так можно с женщинами? Да. С замужними только так и можно. В тот вечер я знал, что у вас девичник, но так и не понял, что замуж собираешься именно ты. Если ты не против, я пойду послежу за игрой твоего отца и мужа.
Все, все, прекрати. Нет, я не хочу прекращать. Мне нужен утешительный приз. Тимур, у нас в соседней комнате чужие люди, гости. Неудобно. Да и какое нам дело до этого? Почему нас должно волновать мнение этого человека? Ладно, он встал между мной и твоим отцом, а чтобы он еще встал между мной и моей женой, это, знаешь, слишком. Так, хватит. Ты знаешь, я понял, кто он. Кто? Он решала, который косит бабло. Он не адвокат. Ты знаешь, как он решил этот вопрос по пентхаусу? Он просто закрыл рты недовольным. Все. А по сути, эта проблема не решена. Тимур, мне это неинтересно. Так мало того. Он запретил мне об этом говорить твоему отцу. Блин, я дурак, еще и согласился на это. Ну так, чисто из уважения к тесте помолчал. Ну, правильно сделал. Ты же знаешь отца, как он принципиальный, сразу бы включился. Отдал бы это дело Дмитрию, это Дмитрий постоянно бы тут шастал. А так почти все закончилось, и скоро все будет как раньше. Лора, что закончилось, если еще ничего даже не начиналось? Тимур, чего ты хочешь? Что тебя не устраивает? Ты у нас такой принципиальный. Занимайся своей мафией, только никому не парь мозг. И займусь. Ты что, не ложился? Нет. Уже на работу пора. Я тоже проспала и завтрак, и йогу. Хотя вроде немного вина выпила. Ну что, нашел что-то интересное? Я много чего нашел. Я наконец-то сделал себе электронную подпись и могу заходить в госреестр. В общем, нашел и документы, и историю людей по интернету нарыл. Это просто какой-то ад. Если бы мне сейчас кто-то об этом рассказал бы, я бы никогда в это не поверил. Буквально рядом. Так, а что такого страшного? Много квартир отжали? Это не просто отжатые квартиры, это покалеченные судьбы. Люди, у которых отжали квартиры, они вынуждены искать себе новое место жилья, куда могут переехать со своей семьей, а для этого им нужны еще деньги, чтобы снимать это жилье. У некоторых даже ипотека не выплачена. Если они хотят обратиться в суд с исковым заявлением, то обязаны оплатить государственную пошлину от стоимости оспариваемого имущества. А это просто огромные деньги, которых у них нет. Самое ужасное, что никому до этого нет дела. Ладно, пойду собираться на работу. Давай. Привет. Привет. Отличная идея позвать меня на обед. Могла бы так чаще делать. Отлично, что пришла. А то мне совсем одинок. А где Тимур? С ума сошел. Куда ушел? Головой двинулся он. У него навязчивая идея разобраться с одним делом. Ну и фиг с ним. Так, что закажем? Ничего. Подруга, больше жизни. Ну что, все так плохо? Угу. Вот, к примеру, у нас раньше была с ним традиция каждую среду ужинать в ресторане. Почему каждую среду? Тимур так придумал отмечать экватор недели. Ну, разбавлять будни чем-то праздничным, неважно. Сейчас ему праздники вообще не нужны. Мне нужны. Так, я буду салат с креветками, ты тоже. Я ничего не хочу. Понимаешь, я мечтала, что Тимур станет успешным юристом. Угу. Светским львом, роскошным мужчиной. Да, да. Что мы будем ходить по ресторанам, на тусовки, ездить на курорт. А сейчас он приходит с работы, втыкается в свой комп и сидит с умирающим видом до утра за ним. Он очень изменился в последнее время. Так,
не расстраивайся. Все еще может 1000 раз поменяться. Давай шампанского закажем для настроения. Ну как все поменяется? Вот сегодня вечером у нас прием в честь города. Тоже мне событие года. И ты боишься, что он не придет? Я приду. Позови меня. Да пусть только попробует не прийти. Я месяц готовилась. Платье у портнихи шила, костюм ему. Мы должны быть очень красивой парой. К нам кто-нибудь сегодня подойдет? Официант! Привет. Привет. Мог бы и пораньше с работы прийти. Чего стоим? Любуюсь тобой. Тимур, собирайся, честь города через 1.5 часа. Блин, я совсем забыл об этом. Вот твой костюм, забрала без последних примерок, тебя же не допросишься. Надеюсь, сядет. Одевайся. Слушай, а может, ты с отцом пойдешь? Отец в командировке, закрывает дела по птицефабрике. У меня что-то с памятью в последнее время. Лорик. Давай этот вечер побудем вдвоем. Тимур, тебе не стыдно? А за что мне должно быть стыдно? Там соберутся люди, которые считают себя пупом земли. Мне должно быть стыдно, что я не думал об этой вечеринке целыми днями? Можно не думать об этой вечеринке, можно подумать обо мне. Лорик, ну... Да я вообще не вижу в этих тусовках никакого смысла. А еще недавно ты во всем этом видел смысл. Да потому что недавно я вообще жизни не понимал. Люди по-другому живут. Я докопался до одной ужасной истории. У простой семьи бандиты отжали квартиру. Муж не выдержал и все, покончил жизнь самоубийством. Вот ты представляешь это? А у него ребенок маленький. И все это происходит из-за бездействия вот этих всех ряженых, которые ходят на этих тусовках туда-сюда, и которым ни до кого нет дела. Тимур, ты вообще двинулся? Послушай, если тебе не нравится мое отношение к этому, я вообще могу никуда не идти. Ты когда святым стал, а? Ради кого, Тимур? Мне вообще плевать на этих непонятных людей, ясно? Может, это вообще выдуманная история журналистами? Может, это фейк? Мир фантомов? А мне важна моя реальная жизнь. Моя! Извините, супруги, что ворвался в ваш вечер, но, может быть, хорошие новости улучшат вам настроение. Вот готовые документы на пентхаус вашего отца. Я знаю, он сейчас в отъезде. Просто просил привезти папку. Дмитрий, а сходите со мной на торжественный прием? Муж отказывается идти. Тимур, примите совет старшего товарища. Никогда не заставляйте свою женщину нервничать. Я никуда не поеду, потому что мне это неинтересно. А вы, если хотите, можете сопровождать Лору. Пока я займусь той работой, которую вы не захотели делать. Ну что, тогда прошу в машину. Спасибо.
Кирюш, давай еще полчасика поиграем, потом чистить зубы и спать. Я не могу, мам. Надо, милый. Тут половина клавиш не работают вообще, а другая половина расстроена. Я понимаю. Но нам нужно заниматься. Пожалуйста, продолжай. Ты чего не даем? Ты же должен племяннику пример подавать. Сестра, ну ты лучший повар. Но это музыкальное сопровождение. Это... Может, Кирюхе днем заниматься, пока дома нету никого? Вот ты еще давай. Мне что делать? Нет в селе настройщика. Из города привезти у меня нет возможности. Кирюша, играй. Даня, ешь. Есть кто? Здравствуйте. Простите, что побеспокоил вас. Я тут мимо проезжал, и у меня колесо пробило. А запаска оказалась пущена. Вот и постучался к вам. Ничего. Так а надо что? А компрессор есть? Нету. А. Даня, в сарае есть старый насос. Принеси, попробуйте. Это у вас в доме кто-то играет? Да, это мой сын. Красиво? Вы шутите? Он играет на старом пианино, его еще и повредили при переезде. И там половина клавиш не работает. Но все равно спасибо. Юный музыкант? Да. У него большой талант. Он учится в музыкально-специализированной школе в столице. Знаменитая десятилетка, может, вы слышали. Угу. Нам переехать пришлось, а заниматься все равно нужно. Переехали, да? Вот. Нашел. Жень, ты иди в дом. Мы уже сами разберемся. Да. До свидания. До свидания, спасибо вам. Ну вот. Качай. Ага. Свети. Ну что? Что в этом мероприятии твоих нервов? Тебе не понравилось? Мне очень понравилась ты. Была самой красивой на этом мероприятии. Спасибо, что пошел со мной. Не благодари. Честно говоря, мне тоже очень понравилось. Дим, я часто вспоминаю нашу ночь. А ты? Прекрасная была ночь. Да чем она и прекрасна, что ее больше не повторить. Как провела вечер? Интересно, с каких это пор? Лор, по большому счету, у нас с тобой все хорошо. Я тебя очень люблю. А я в последнее время перестала это замечать. Живешь в каком-то своем коконе. Ну и ладно. Ну прости, что я не смог пройти мимо несправедливости.
Но ты не думай, это не какие-то абстрактные призраки. Это вполне реальные люди. С реальными проблемами. Которым нужна помощь. Тимур, не порть мне вечер, не грузи меня. Слушай, а что если мы вместе будем этим заниматься? Ну послушай, послушай. Ло, ну посмотри на меня. Я буду помогать жертвам квартирных разводил. Как юрист и просто по-человечески. А ты будешь снимать видео. Ну, представь, это будет блог о разоблачении делишек квартирной мафии. Ну, звучит, по-моему, круто. Это сенсация. Нет. В смысле, почему? Ну, почему нет? Ты же хотела снимать видео в интернете. Я не этого хотела, идиот. Спи. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы? Да. Я, кстати, вчера не представился, меня Тимур зовут. Очень приятно. Вы потеряли что-то? А, нет, я привез для вас кое-что. В смысле? Ну, в смысле, не вам, а вашему сыну. Будьте добры, закройте дверь, пожалуйста. Нет, Тимур, нет. Послушайте, пожалуйста, это никуда не годится. Это дорогой подарок, мы его не можем принять и не собираемся принимать. Нет, все, давайте, вы его заберете. Женя, послушайте. Женя, ну не отказывайтесь вы. Это же не вам, а вашему сыну. Это мне? Тебе. Показывай, куда нести. В мою комнату. Так, успокойся, успокойся. Расскажи, что случилось? Что с папой? Диагноз какой-то поставили? Что? Я Тимура разлюбила. Точно? Точно. Я полюбила другого. Ну, я, кажется, знаю кого. Кажется, знаешь. У вас что-то было? Что-то было? Да какая разница, было или не было? Я встретила мужчину, о котором мечтала. Ну, так ты о Тимуре говорила. Да, говорила, потому что я думала, что он таким станет. А он сейчас какой-то унылый мальчик-активист, блин. Ну, а тот? А тот? Мистер Совершенство. Что мне делать теперь? Ничего не делать. Нет. Я не смогу жить с нелюбимым человеком. Нам нужно расстаться. Не вздумай. Я не смогу обманывать Тимура. Понимаешь ты или нет? Ну не надо рушить семью. Так, Зоя, ты просто говоришь фразу, которую сейчас должна сказать. А что ты папе скажешь? Правду. Тимур, спасибо вам большое. Если честно, это очень важный подарок. Я бы не смогла купить Кирюше пианино, а ему необходимо заниматься. Я, правда, очень рад, что смог вам помочь.
Может, вам что-то еще нужно? Вы говорите, а я сделаю. А вы волшебник? Или, может, кандидат в депутаты? А, нет, что вы, нет. Нет, я здесь часто бываю, потому что я работаю юристом в компании своего брата родного. Он занимается недвижимостью. Да, и мы сейчас ищем землю, и я поэтому здесь катаюсь по райончику. Хотим построить здесь коттеджный поселок. Вот. И я вам просто очень благодарен за то, что вы мне вчера помогли с братом. И готов многое для вас сделать. Ну, перестаньте. А знаете, как мы с вами лучше поступим? Я вам дам свой номер телефона, а вам, если что-то нужно будет, вы обращайтесь ко мне. Я с удовольствием вам помогу. Ну вот, ребята, остаетесь здесь вдвоем. А я отправляюсь в одиночное плавание. Забавно. Обычно дети уходят из родительского дома, а у нас все наоборот. Ты у нас всегда отличался оригинальностью, пап. Точнее, давайте бодрее. Фабрика остается в надежных руках управляющего. От бизнеса я удаляюсь со спокойным сердцем. И да, кстати, я заметил, что ты в последнее время потерял рвение к работе. Это из-за Олега, главного юриста? Я дам тебе совет. Не обращай внимания на соперничество. Делай свое дело, и ты всего добьешься. Будешь собираться? Чемодан уже в машине. Так что еду прямо сейчас. Спасибо. Пап, подожди. Возьми меня с собой, пожалуйста. Я помогу тебе обжиться. Посуду выбрать или что-то такое. Нет, доченька, здесь твой дом, тут твоя семья. Каждый должен быть на своем месте. А мы будем ездить друг к другу в гости. До свидания. Счастливо. Тимур, ну зачем вы? Это очень дорогой подарок. Не стоило, правда. Добрый день. Женечка, можно тебя на минутку? Дядя Валера, здрасте. Проходите. Да я на секундочку. Выйди, пожалуйста. Женечка, я смотрю, финансовое положение у вас улучшилось, так... Может быть, и долг пора уже отдать? Ну, сколько мне ждать-то? Нет, вы не так поняли. Это подарок. Нам подарили. У нас нет пока денег. Женечка, я тебя знаю 100 лет. И вижу, когда ты врешь. Я не вру, дядя Валер. Я обещаю вам, я верну долг, как только появится первая возможность. А ты наглая. А знаешь что? Я в суд на тебя подал. Вот там эти сказки и рассказывай. Ты как идешь сюда? Дань, малой! Дань, еще раз слышу, что сестре будешь угрожать, прибью, понял? Слушай, понял? Да подожди, стой, не надо, не надо. Ты что командуешь здесь? Дань, Дань, слушай, успокойся. Тимура, он сейчас прав. Да пошли вы. Подожди, пожалуйста, ты куда? Стой! Да я в следующий раз в полицию приду. А сколько же вам должно? 3000 баксов. И пусть радуется, что я проценты не посчитал. Продиктуйте ваши реквизиты, я вам завтра все вечером скину. Только, пожалуйста, эту семью больше не беспокойте. А что, баба понравилась, да? Так она ж это, вдова. Диктуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, не видели? Нет, не было. Не маленький уже. Лоб здоровенный. Не потеряется. Видно там, у заброшенного дома. С хулиганами снова заседает. Нет, его там, я смотрела уже. Женечка, а правду говорят, что ты завела молодого, богатого хахаля?
Это просто друг мой. Жень! Здрасте. Здрасте. Ну что? Нет, нигде. Пойдемте. Вот вам и вдова. А что ты хочешь, чтобы она заживо себя похоронила? Дело молодое. Себя вспомни. Ой. Жень, ну ушел на нервах, психанул. Вернется, что переживать так? Нет, Даня, он... Он непростой парень. У него сложный характер. Он каждый вечер проводит в компании местных хулиганов. Драться учится. Хобби такое? Нет, не хобби. У нас родители, когда умерли, я его воспитывала. Он тогда еще тяжелый был. После трагедии в моей семье он совсем с катушек слетел. А после трагедии? Ну, вы можете не говорить, если тяжело. У меня был муж. Его звали Толя. Мы еще в университете познакомились, жили в разных съемных квартирах. Когда Кириллу исполнилось 7 лет, его взяли в очень престижную музыкальную школу. Сказали, что у него феноменальный талант к музыке. Я тоже музыкант, я это слышала. И мы приняли решение переехать в дом, который возле этой музыкальной школы, чтобы он мог полноценно заниматься. Денег у нас не было. Мы продали все, что было, и заняли еще у разных друзей, знакомых. Типа как этот дядя Валера? Да. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы с ним помогли. Так значит, вы купили квартиру? Да. Мы продали все, что у нас было, оставили только дом для Дани, чтобы он мог в нем жить. Переехали. Жили в этой квартире мы 2 года, а потом нашлись новые подставные владельцы. Мы как раз приехали на каникулы сюда, к Дане. Когда вернулись, в нашей квартире были поменены замки. Нас поджидал человек, показал документы, что квартира его. Какие-то бандиты нашли схему, по которой смогли переписать квартиру на себя. Говорит, пущу, только чтобы собрали вещи и съехали. По документам юридически эта квартира принадлежала ему. Это была какая-то сложная схема, по которой аферисты переписывали на себя имущество. Толю эта история очень подкосила. Что вы себе возомнили? Да как вы можете мне такое предлагать? Да... Да будь ты проклят! Что они говорят? Представляешь наглость? Говорит, хочешь вернуть свою квартиру? Плати. Уступлю по цене ниже рыночной. Квартира стоит 50 тысяч, они предлагают за 30. Мол, не хотят заморачиваться с продажей. Нет, 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 у нас нет таких денег, у нас еще куча долгов. Как у них вообще хватает совести на это вымогательство? А знаешь, что это значит? Что они безнаказаны. Что они точно уверены, что им все сойдет с рук. И зря у меня в судах ничего не получается. Да, в судах по-прежнему все глухо. Но есть какой-то выход. Мы должны его искать. Этот бандит мне только что по телефону сказал, что в судах у него все схвачено, и у меня шансов нет. Ты же мужчина. Придумай что-нибудь. Вот и все. Он не выдержал. И потом покончил с собой. Мы стараемся не травмировать Кирилла и меньше об этом вспоминать. Женя, я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы поддержать вас. Мне очень хочется вам помочь, чтобы вы поскорее забыли весь этот ужас. Вы с Кириллом. Вы и так очень много помогаете Тимуру. Давайте на «ты».
Давай. Даня! Дань! Там печка затухает. Иду я. Пойдем. Давай. Даня оказывается дома. Хорошо. Я еще переживаю за него, потому что он одержим идеей найти людей, которые все это с нами сделали, и отомстить. Мне это страшно пугает. Мне пора же. Да, конечно. А завтра у нас праздник. Кириллу 9 лет. Если будет время, приезжайте. На ты. Приезжай. Спасибо. Алло, привет. Алло? Да, это я, Дим. Я звоню тебе по очень важному делу. Это не касается пентхауса отца, это мое личное. Я тебя слушаю. Нет, нам нужно встретиться. Мне нужна серьезная консультация юриста. Я знаю, твое время дорого стоит, я заплачу. Мне очень нужно, чтобы ты приехал. Хорошо, я завтра буду. Ты еще не спишь? За маму именинника. Чё-то ты мало поел. Давай еще картошечки. Давай. Все, мам, я уже наелся. Давай торт. Давайте еще немножечко подождем и будем есть торт. Хорошо? А это здесь празднуют день рождения Кирилла Кравцова? Да. Это мы его ждали? А он нам кто? Я за тортом. Я за тортом. Тимур, спасибо, что пришел. Присаживайся. Ага. Привет. Присаживайся. Да, спасибо. Мама его сама готовила. Получился почти как одной. Ух ты! Прям интересно попробовать. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, с днем рождения, Кирюша, с днем рождения тебя. Загадал? Да. Задумай. Все сбудется. А я выйду на минутку. Ну что, кому сейчас достанется самый-самый большущий кусок торта? Кто будет есть? Спасибо, мам. Подарок. Кирюха, успокойся. Толя перед трагедией обещал Кириллу велосипед. Прости, я сейчас приду. Снудичек. Дим, я знаю, что у тебя мало времени, поэтому не буду тянуть. Я хочу развестись.
Кирилл успокоился, все нормально. Прости меня, пожалуйста, за этот глупый подарок. Он не глупый, это отличный подарок. Ты не мог знать. Ну, значит, я должен был посоветоваться. Ребенок столько пережил, я придурок. Тимур, правда, хватит. Спасибо тебе большое за все, что ты для нас делаешь. И за то, что ты появился в нашей жизни. Я женат, Жень. Прости, ты просто не спрашивала, а я, наверное, должен был сразу сказать. Я, наверное, потому и не спрашивала, что не хотела знать ответ. Это я виноват. Ты, наверное, восприняла все мои действия как ухаживание. Я просто хотел тебе помочь. Я знал, что ты пережила. И хотел что-то для тебя сделать. Почувствовал себя нужным. И... Нет, нет, пожалуйста. Больше не нужен. Жень. Я тебя очень прошу, уходи. Женя, я обещаю, что я сделаю все, чтобы найти и наказать тех, кто виноват в твоей трагедии. Тимур, прощай. С юридической точки зрения, твой случай, он очень простой. Да, мне так не кажется. Ну, подожди. Детей у вас нет? Нет. Совместно нажитого имущества тоже нет? Mm-mm. Насилия в семье? Нет. Нет. Так подавайте заявление и разводитесь в любое удобное для вас время. И для развода тебе не нужен юрист. Особенно такого уровня. Очень нужен. Нужен. Дим, мне ты нужен. Помнишь, ты говорил мне, что наша первая ночь прекрасна тем, что ее нельзя повторить? А я хочу ее повторять много-много раз. Что он тебе сделал? Ничего, Дань, все нормально. Он за каждую слезу твою ответит. Когда Толя умер, я себе обещала, что я буду жить. Я так хотела встретить своего человека. И вот вроде ж встретила. А он ушел. Тимур, прости, пожалуйста. Давай останемся друзьями.
И не говори папе, он не поймет, ты же знаешь. Тимур! Тимур! Мне сказали, что вы уволились. Вы даже со мной не обсудили. Да, я быстро принял решение. Если вам кажется, что я был слишком придирчив, то вы должны понять меня правильно. Я же ради вас старался. Да, такой вот у меня метод. Но я хотел простимулировать ваше развитие. Я понял. У вас хорошие перспективы в профессии. Так что не рубите сгоряча. Не стоит увольняться. Есть другие причины, почему я увольняюсь. Вы здесь абсолютно ни при чем. До свидания. До свидания. Вот и все. Ты не замечал этого, но это не значит, что ничего не происходило. Мы стали чужими друг другу, и не признаться в этом было бы нечестно. Ну почему? У него кто-то появился? Нет. Ни у него, ни у меня никого нет. Просто не у всех любовь на всю жизнь, пап. Почему он не отвечает на звонки? Почему так скоро уволился? Может быть, у него какой-то кризис? Кризис среднего возраста? Кризис 23 года? Ну, значит, какой-то еще кризис. Пап, не волнуйся, у него все будет хорошо. Просто мы больше не вместе. Хорошо. Пусть будет все, как вы решили. Сметану положить еще? Не надо. Синяк откуда? Ты сметану давай, не жадничай. Я вопрос задала. Даня. Да, проходите. Здравствуйте. Сохраняем спокойствие. Данила Чуб? Ну, я. Поехали в отделение, Данила. Заяву на тебя накатали. А если я не виноват? Руки покажи. Другой стороной. Что происходит? Да ребенка я защитил. Поедем в отделение, там и расскажешь, как и кого ты и где защищал. И почему человек без сознания лежит до сих пор? Даня, что случилось? Сегодня утром по дороге с ночной смены на ферме, где, я так понимаю, ваш Даня подрабатывает, он жестоко избил парня, своего коллегу, между прочим. Да Вовку Крючка. Он хвастался, что у ребенка телефон забрал. Но я у него телефон отнял, ребенку вернул, отцу его отдал. А Крючку мало дал еще. Подождите, куртку возьмите, пожалуйста. Нормально дал. Лет на 5 дал. Даня что, преступник? Не, хороший. Даня не преступник. Алло. Тимур, привет. Даню арестовали, его только что полиция забрала. Мне очень нужен адвокат, у меня нет знакомых юристов, и я не успею никого найти. А ему прямо сейчас нужна помощь.
Я заплачу тебе столько, сколько будет нужно. Пожалуйста, ты можешь нам помочь? Я понял, Жень. Я разберусь. Сейчас выезжаю. Спасибо, я жду. Отпустили. К счастью, все удалось уладить. Там пострадавший забрал заявление, подтвердил, что причиной драки был отнятый телефон. Ну, все, как я и говорил. Крючок оклемался и покаялся. Тимур, спасибо. Да, но я надеюсь, что в дальнейшем Даня будет себя контролировать и не попадет в подобные истории. Да пошел ты. Спасибо, ты нас спас. Скажи, сколько я должна тебе? Да, нисколько. Я бы тебя ужином накормила, но это уже неудобно. Ты к семье, наверное, спешишь? Нет. Нет? Я теперь холост. Так что, если хочешь, я вообще могу никуда не ехать. Хочу, чтобы ты из жалости оставался. Ты знаешь, я понял, что приезжаю к тебе не только для того, чтобы тебе помочь, но просто, чтобы тебя увидеть. Накормишь? Дим, нам нужно поговорить. Лора, привет. Привет. Умеешь удивить. Так, только не делай вид, что ничего не происходит. А ничего не происходит? Происходит. Я звоню тебе, пишу, шлю тебе фотографии, картинки. Ты меня игнорируешь. Теперь я вынуждена тебя здесь караулить. Зачем ты это делаешь? Я хочу быть с тобой, Дим. Я тебе не нравлюсь? Почему не отвечаешь отцу? А что я ему скажу? Что я тут? Почему? Я не знаю, я уже запуталась. Я же не призналась ему, что я изменила Тимуру, что я влюбилась. И если я ему это расскажу, он разочаруется в мне. Успокойся. Сейчас мы все решим. Садись. Добрый вечер. А что-то случилось? Да нет, все отлично. А почему ты сама не перезвонила, не сказала, что едете? Простите, это я виноват. Я пригласил вашу дочь на свидание. Дело в том, что я узнал, что она рассталась со своим мужем. Ну, и я предложил ей встречаться. А пока ваша дочь не сказала мне о своем решении, ну, я надеюсь, что она согласится. Ну, у вас и повороты.
Дмитрий, вы пока не давите на нее. Раздевайтесь, я тут в ресторане всяких вкусностей заказал. Учу. Вы что, шизанулись, блин? Женя, ты вообще с ума сошла? Выражение выбирай. Слышишь? По-твоему, в одном доме будем жить с ним? Да чем надо было думать, чтобы сойтись с этим? Успокойся, Даня. Ты сама знаешь, что я прав. Мало тут в слезах провалялась. Теперь все хорошо? Все наладилось? Да, наладилось. Да, хорошо. Порадуйся за меня. Да ты сама подумай. Он моложе на 7 лет. У тебя семья. Это я и Кирюха. Я старший мужик в семье. Этого здесь не потерплю. Все. Ладно, мы тебя выслушали и решим так, как нам нужно будет. А ты зачем здесь, скажи? Ты же и дать ничего не способен. Бабками швыряться, так это каждый может. У кого бабки есть. А ей защита нужна, не бабки. Я понимаю. Жаль, только ты не понимаешь. Мы с Женей не из-за денег. Мы будем вместе, потому что... Не будете. Я на работу. Когда вернусь, чтобы этого не было здесь. Я с ним тогда уйду. Оставишь брата, его выберешь, да? Ладно. Мамочка, что случилось? Ничего, с Даней поссорилась. Ко мне жить поедем. Да, это хоть и маленький городок, но все-таки городок. Там есть музыкальная школа. Кирюха будет не заниматься. Ты же этого хотел? Жень. Я его, если оставлю, он обязательно что-нибудь натворит. Я не знаю, что мне делать. Поверить в него? Возможно, без тебя он будет себя по-другому вести. У него есть дом, у него есть работа. Он не пропадет. Мамочка, я бы этого очень хотела. И я. Ну, значит, решено. Очень красиво. Теперь понимаю, маму. Если бы ты знала, какое-то счастье вместе с тобой смотреть на эту красоту. Ты так на нее похожа. Такое хорошее утро, пап. Необыкновенное. Потрясающе, Эдь. Пришел сказать, что Лоре пора собираться. Вы что, уже едете? Да, хочу подвезти Лору домой. Отложил утренние дела, но к обеду нужно вернуться. Так что времени маловато. Да, я готова. Я вас проведу. Располагайтесь. Давай, помогу. Я здесь правда все запустил. Простите. Вот увидите, мы здесь уберем, сразу уютно станет. Вот основная комната. Зала, как мама говорила. А это мы сейчас уберем где-нибудь его в другом месте. Спрячем. Фух. Ну, в общем, это будет твоя комната. Мы здесь с братом жили. Потом брат уехал, и я здесь один жил. Теперь здесь будешь ты жить. Кстати, вечером мы к нему съездим, спросим насчет работы.
Вот это Дима в посольстве на приеме. Ой, это где-то в путешествиях. Так, это он... А где это? Это, конечно, все офигенно, но как-то странно. Что странно? Ну, он там в столице, ты здесь. Ну, что это за отношения? Ну, он там работает. Несколько раз в неделю ко мне приезжает. Нет, ну ты посмотри на него. Видный мужик? Да. Холостяк. Где гарантия, что у него там в столице никого нет? Есть кто-то. Какая-то женщина. Возможно, не одна. Ну, не знаю. А Тимур уже не один. У него есть женщина. И не просто женщина, а семья. У них там ми-ми-ми. Серьезно? Да, серьезно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Так, ну, это Тимур, ты помнишь? А это у нас? Это Женя, это Кирилл. А я Кира. У нас имена похожи. Ну, проходите в дом, а то холодно. Давайте, давайте, заходите. А можно мы уже не будем есть, а пойдем поиграем? Идите. Пойдем. Давай. Как вы познакомились? Ну, это такая длинная история, что я лучше потом расскажу. Ну, тогда, если я пойду проверю детей, ничего не пропущу. Ну, а я пойду принесу коньячка. Еще, да? Как? Классно, как настоящая модель. Так я и есть модель. А ты чем занимаешься? На пианино играю. У меня, думаю, пианино есть. А у меня нет. Хотя нет, есть. Вот. Это мне папа подарил. Не надо было мне сюда ехать. Кирилл в этом городе первый раз после смерти папы. А тут все как было. Что не так? Все вокруг. Каждая мелочь напоминает о той нашей жизни старой. Мы ехали в машине, там магазин был. А у нас точно такой... Был под домом, я каждый вечер туда ходила. Душно, жарко, я дышать не могу. Я тебе сейчас воды наберу. Не надо воды, я к детям пойду, мне там спокойнее будет. Прости. Мне папа тоже когда-то похоже ударил. Потом... Папа умер, а пианино потерялось.
Не расстраивайся. У вас все хорошо? Да, все нормально. Сейчас домой поедем. Тимур с братом договорит и поедем. Пока. Пока. Так что, если в твоем бизнесе есть место для юриста, я тебе буду очень благодарен. Если нужно, я могу дать тебе телефон юриста с компании «Виталмакс» птицефабрики, а он тебе даст мои рекомендации. Брат. Нет. Совсем вакансий нет, да? Ты мне не подходишь по личным качествам. Ты, например, по каким? Ну, смотри, в моем деле нужна хватка. А ее у тебя нет. Посмотри на себя. Ну, ты же все потерял. Ты практически выбился в люди. У тебя было все. Там, свадьба, дорогие костюмы, дом, офис. И где сейчас все это? Ходишь, побираешься. А ради чего надо было все тогда это бросать? Ты мне сейчас это серьезно говоришь? Серьезно. Тимур, ну я же твой брат, кто тебе еще это скажет? Нет, я все прекрасно понимаю. Когда мама умерла, ты был маленький. Женя чуть старше тебя. Да, симпатичная, можно было в нее влюбиться, все понимаю. Но как можно было ради нее профукать свою жизнь и карьеру? Так что прости, брат, но нет. Для серьезной игры ты не подходишь. Без обид. Точно уснул? Да. Жень, я тебе очень благодарен за то, что вы все приехали сюда. В этот нелегкий период, так скажем. Завтра я уже буду искать работу, и все у нас будет хорошо. Мы всех победим. Привет, Даня. Я думала, ты на работе. На двух работах. Уволили меня? Как уволили? Когда? Тогда. После драки. Как ты со своим Тимуром свалила?
Чего приехала? Данечка, родной, ну прости меня, пожалуйста, что я тебя оставила. Я очень соскучилась. А я в няньках не нуждаюсь. И еду мне привозить не надо было. Мне это не нужно. А мне нужно. Да ну хватит уже, ну правда. Ну не злись. Да я не злюсь. Я за тебя беспокоюсь. Помнишь, как я в детстве делала, когда у тебя что-то болело? Помню. С соседней улицы бежал, чтобы ты на уши подул. Жалко, сейчас не помогает. Не помогает. Не пущу. Никуда ты без меня не поедешь. Вот перестань. Это насильственное удержание. Я тебя засужу. Все, пока. Бэм. Дим, я серьезно. Я хочу поехать с тобой. Лор, у меня через полтора часа встреча. Прекрасно, я посижу, подожду тебя. И дальше день расписан уже по минутам. Я мыслями уже там. Вот именно. Где ты мыслями? С кем? Почему мы живем на два города? Да потому что так удобно. По крайней мере, для меня. А может, потому что там у тебя кто-то есть? Да? Нет. Но ты очень стараешься, чтобы она появилась. Все, пока. Значит, есть. Если ты сегодня не вернешься, значит, я права. Привет. А у меня хорошие новости. Сегодня вроде должны аванс заплатить. У меня тоже хорошие новости. Мне вроде должны подтвердить место музрука в детском саду. Я готовилась сегодня, Кирюша помогал. Ну вот и отлично. Видишь, теперь мы оба с тобой с работы. Угу. Я сейчас к Дане приехала. Но я не могу его оставить. Жень, да что ты оправдываешься? Ну, ты же правильно сделала. Брат все-таки. Как он там? Он ничего, только работы нет. Ну да. С работы сейчас это туго, нам знакомо. Слушай, а дай ему трубку. Сейчас. Даня! Дань, иди сюда. На, поговори. Алло? Значит так, бери паспорт и езжай ко мне. Женя тебе даст адрес. Автобус, райцентр через 30 минут. Я познакомлю тебя с бригадиром склада. Какого склада? Ну, я тут работаю. Тут вакансии есть, поговорим о тебе. Только давай сейчас приезжай, потому что потом может и места не быть. Я быстро. Давай, собирайся. Спасибо. Алло, привет, Дим. Я тебя жду. Лор, я не приеду. Дома вроде бы и не договаривались. Просто я думала, после утреннего разговора ты постараешься приехать. Я бы с удовольствием, но у меня сегодня еще одна встреча. В такое время? Да, и завтра с самого утра тоже. Давай. Спокойной ночи. Наверное, мне наказание за измену. Я хочу сказать тост.
Наконец-то сегодня за столом собрались трое моих любимых мужчин. И я вам очень благодарна за это. Это очень важно для меня. Я хочу пожелать, чтобы дальше у нас все было только лучше и лучше. Ура! 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 А ты помнишь, как у меня первая неделя крепатура была? Угу. А Данька молодец. Сегодня, когда бригадир предложил себя показать, Даня так резво взялся за работу. Ну, прям реально молодец. Я к физическим нагрузкам привык. Это вообще очень здорово, что ты помог Дане так быстро найти работу. Пока что только я подкачала. В каком смысле? В сад не взяли. Это с какой стати? Это. Мест нет. Непонятно только, зачем было обнадеживать. Левченко ЗА? Угу. Так это же Зойка, моя одноклассница. Она же в районе работает. Так, мне надо будет отлучиться на некоторое время. Куда? К Левченко? Да вы ужинайте спокойно, а я совсем разберусь. Так что в итоге? Вопрос, конечно, сложный. Даже не знаю, что ответить. Ну, а ты подумай хорошо. Должна найти ответ. Суши или стейк? Ладно. Заказывай суши. Ого, я смотрю, ты серьезно настроена. Ну, тогда следующий вопрос на повестке дня. Белое или красное? Белое игристое. Даже не буду задумываться. Это я организую прямо сейчас. Ну, а теперь я готов перейти к более серьезным вопросам. Да, это я сказала Зойке, чтобы она сделала так, чтобы твоя новая женушка в наш город свои корни не пустила. А тебе-то что? А мне это не нравится. Может так быть? Не быстро ли ты себе новую нашел, а? То есть ты считаешь, что ты можешь влазить в чужую жизнь? Тимур, я считаю, что ты как мужчина должен был хотя бы дождаться, пока я замуж выйду. А потом уже своей семьей обзаводиться. Напилась и какой-то бред несешь. То, что я напилась, это не твое дело. У меня свой мужчина есть. Ты в курсе, что мы с Дмитрием встречаемся? Он скоро сделает мне предложение. Он здесь? Нет, не здесь. И тебе очень повезло. Потому что он бы тебя просто вышвырнул бы отсюда. Ему бы не понравилось, что мой муженек сюда ко мне по ночам ходит. Твой бывший муж. Кстати, могу развестись в любой момент. А тебе нужно? Что мне нужно? Принципиально ты наш. Ради меня ни одному понятию своему не смог изменить. А как для своей Кравцовой, так мы быстренько на все принципы забили. На какие принципы? А не ты ли говорил, что ноги твоей в этом доме не будет? Как только новой женушке припекло, сразу прибежал, да? Ладно, это все бесполезно. Ну и вали! У меня утром куча дел.
та Зоя. Ну что, выяснила что-то? Дима действительно приехал в офис, но... Говори. С какой-то бабой. Красивая? Вроде да. Они вместе приехали? Одновременно, но на разных машинах. Понятно, не хотят светить служебный роман. Ну, давай там дальше смотри. Ну, а я что делаю? Все, давай. А, подожди. Тимур вчера приходил выяснять про трудоустройство своей Жени. Орал так. Слушай, ну музрук-то очень в садик нужен. Может, все-таки как-то... Не может. Действуй, как договаривались. Лор, ну ты стерва. Ты же первая ему изменила. Так, ты за кого вообще? Ты не понимаешь, что происходит? Я понимаю. Я только одно понять не могу, что твой Дима делает с какой-то красоткой на работе в выходной день. Все, Зоя, пока. Извините, а где офис Дмитрия Ситника? Второй этаж. Спасибо. Важные встречи. Привет, Лор. Хорошо, что ты приехала, да еще так эффектно появилась. Знакомься, это моя коллега Татьяна. Я ей как раз жаловался, что не могу второй день к тебе добраться. Добрый день, Лора. Простите, что я так загрузила вашего мужчину своими делами. Мы тут практически вторые сутки живем. Но есть и хорошая новость. Самая тяжелая уже позади. Осталось совсем чуть-чуть. Можешь подождать немного. Будешь что-нибудь пить? Нет. Ну, мы быстро. Просто безобразие какое-то. Успокойтесь, я прошу вас. Послушайте, Кирилла взяли в столичную десятилетку. В музыкальную спецшколу. А вы не можете взять в обычную районную? Это как такое возможно? Ну, поймите же, мне самой жаль терять такого ученика. Ну, что я могу сделать? Ну, вот что? В району твердо сказали, что в этом году детей больше не брать. Опять районную. Абонент сейчас не может принять ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. Привет, это Тимур. Я так понял, ты у нас тут иногда в городке бываешь. Поговорить надо. Будет время, набери меня. Все нормально, не расстраивайся. Прорвемся. Дим, ну почему ты молчишь всю дорогу? Ну прости меня, пожалуйста. Ты же знаешь, почему так произошло. Ну прости, прости, прости. Ну сколько можно тебя просить? Да. Наверное, своей импульсивностью и взбалмошностью ты мне и понравилась. Какой же ты у меня... Пойдем в дом, я тебя зацелую. Нет. Тебе, наверное, все-таки стоит побыть одной и обдумать все яркие события прошедшего дня. А ты куда? Я вернусь. Мне надо отъехать, есть еще дело. Здесь? Хорошо. Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Решил все-таки обсудить меня и Лору? А, нет. Если ты о ваших с ней отношениях, то я хотел поговорить, но не об этом. О чем тогда? Лора через свою подругу Зою мешает нормально жить моей семье. Даже так? Семье? Да. Ты же знаешь, нам нужно заниматься каждый день. Я не хочу.
Давай хотя бы гамму поиграем. Зачем? Мам, зачем? Мне все равно музыкалку не берут. Кому это надо? Ладно. Хватит на сегодня занятий. А ты знай, пожалуйста, что все будет хорошо. Все наладится. И главное, что тебе есть на кого положиться. На кого? На меня. На Тимура. А где он? Не знаю. Пойдем спать. Пойдем. Давай, помогу тебе кофту снять. Все будет хорошо. В изобретательности Лоры я, конечно, не сомневался, но что... Так, это уже слишком. Я поговорю с ней. Спасибо. Расскажи, а как продвигается твоя благородная борьба против квартирной мафии? Да там нечего рассказывать. Потерял интерес? Нет, я забуксовал. А нет времени, чтобы разобраться с этим. На чем забуксовал? Я не могу вычислить главного организатора. А как отжимать за квартиру, уже понял? Разными способами. Например? Ну, например... Например, находят у жертвы старый, возможно, уже погашенный долг перед банком и накладывают на него повторное взыскание. Без ведома хозяев выставляют эту квартиру на торги и продают ее задешево новому хозяину. Подставному? Подставному. Но есть другие способы. Но в каждом другом случае есть промежуточный подставной хозяин. Да. А дальше что с квартирами происходит? Ну, понимаешь, они специально выжидают этот момент, когда настоящие хозяева находятся в отъезде, там, за рубежом, на курорте. Взламывают старые замки, врезают новые, все, доступ в квартиру открыт. Подставные хозяева продают квартиру новым покупателям, но уже по рыночной цене. Настоящий хозяев даже не знает об этом. Вот где получается прибыль. Вторая продажа. Чтобы поймать главного кидала, нужно понять, кто занимается продажей отжатого имущества новому покупателю. Ты думаешь, это возможно? Да. Подставной хозяин — это никто. Некий паразит, который ждет свой процент за участие в схеме. Самый главный человек — это тот, кто стоит за ним. Организатор схемы. Он, как правило, и суетится по поводу продажи. Неофициально, конечно, но он мог где-то засветиться. Да, ты прав. Я бы и сам мог догадаться до этого. Просто вся эта ежедневная бытовуха и поиски заработка. Да, и не говори. Семья – дело хлопотное. Поэтому и не завожу. Удачи. Спасибо. Чего не спишь? Боялась, что ты больше не приедешь. Я же пообещал. Скажу больше. Я договорился с партнером, с Германом, что дальнейшую тягучку по делу Татьяны он возьмет на себя. А я отдохну с тобой здесь пару дней. Спасибо. Это еще не все. В конце недели мы идем с тобой на светский прием. Здесь? В столице. Бал благотворителей. Мы туда пойдем как пара? Ну, ты уже этого хотела? Да. Пойду выбирать платье. Надеюсь, у тебя все наладилось, а ты перестанешь третировать семью своего бывшего. И скажи подруге, чтоб не ставила палки в колеса Тимуру, его жене и их ребенку. Что они уже могут нормально работать и учиться в этом городке.
Ты уже не против? Хорошо, я поговорю завтра с Зоей. Соседи, конечно, сплетничали по поводу этой трагедии. И продавцу никак не удавалось скрыть этот прискорбный факт, что в этой квартире произошло самоубийство. А вас это не смутило? Квартира не продавалась из-за этого. И продавец вынужден был сбросить цену в половину. Дети мои заинтересовались, спросили у меня. Я сказала, да, конечно, покупайте, хоть сэкономите, родные. Ну, привидений я не боюсь. Была бы крыша над головой. А кто продавал квартиру? Может, вы помните? Может, помимо собственника был еще какой-то человек? Тут, к сожалению, я вам ничем не помогу. Меня здесь не было. Дети мне даже документы на квартиру не оставили. Все у них. А они? Они за границей. Через 2 месяца вернутся. Угу. Вы угощайтесь, угощайтесь. Неужели вы совсем не помните, кто продавал квартиру? А что, претензии какие-то? Да нет, не претензии. Просто я этого человека ищу. Ну вот, Иван Белый. Да нет, это я и так знал. Это в реестре есть. А надо что? А этот человек, он сам продавал квартиру? Да нет, он так для мебели стоял. Там другой всем занимался. Такой высокий, солидный. Контакта у меня его нет. А как звали его, не помните? Такое имя простое. То ли Сережа, то ли Саша. Не помню. Спасибо вам на этом. Ну, извините, чем мог, тем помог. До свидания. До свидания. Меня интересует именно тот человек, который руководил продажей. Возможно, его звали Александр или Сергей. А, ну да. Был такой. Сергей. А можете мне про него рассказать? Да, в принципе, особо нечего рассказывать. Но я могу дать телефон. Ну, сами все у него и спросите. Давайте. Так, секунду, сейчас посмотрим, не удалил ли я его. Ага. Вот, есть. Можно? Конечно. Вы мне очень помогли. Спасибо. Да не за что. До свидания. До свидания. Алло, братишка, привет. Тимур, ты чего там? Опять на работу просишься или случилось чего? Тимур! Привет. Ничего. Нам нужно будет встретиться. Я завтра приеду. Давай. До встречи. Ты с ума сошел? Откуда у меня такие деньги? Да просто срочно надо, поэтому спрашиваю. Придумал тоже. Такую сумму должен. Иди работай. Здорово. Привет. Где был? По делам ездил. Привет. Скажи, а ты еще здесь? Можем встретиться, поговорить? Да, вечером. Хорошо. А.
Ты мне уже раз помог. Ого. Мужчина, бывшая которого ушла ко мне, считает, что я ему помог. Это должно меня настораживать. Не-не, я не об этом, я сейчас серьезно. Это касается дела, которым я занимаюсь. Ты мне помог разобраться и выйти на организатора. Я на него вышел. Чтобы идти дальше, мне нужно 10 тысяч долларов. И учитывая все обстоятельства, я пока понятия не имею, когда и как смогу тебе их вернуть. Но я знаю точно, что верну их. Рано или поздно. У меня, безусловно, возникают вопросы. Но, судя по твоему виду, задавать их сейчас не стоит. Хорошо, я согласен. В конце концов, я не взялся за этот проект, хотя твое решение уважаю, но не разделяю. Заедешь ко мне в офис и возьмешь деньги. С собой у меня такой суммы нет. Спасибо. Угощайся. Сильно устал? Нет. Отлично. Привет, Кирюха. Привет. Что, как? Сегодня мой первый день музыкант. Ничего себе. До самой ночи. Молодец. Я с мамой поговорю минутку, ладно? Погуляешь? Хорошо. Мы быстро сейчас. Что случилось? Тимур где? Не знаю, дома. Был я в квартире у вас, нету там никого. Тимур после смены домой не пошел. Знаешь, где он? Даня, ты опять начинаешь? Он тебе изменяет, да? Не было его на работе сегодня. Он встречается с кем-то, деньги ищет. На бабу, да? Даня, что за слова? Какую бабу? Я его не допрашиваю. Женя, если что-то знаешь, скажи. Не покрывай его. Я твой брат, я должен знать. Данечка, милый, давай мы с тобой договоримся. Если вдруг он меня обидит, я тебе обязательно скажу. Первым, сразу. Сейчас у нас все нормально. Ты на автобус беги, опоздаешь, домой пешком пойдешь. И горло закрой. Ты меня услышала? Я тебя услышала. Пойдем? Сильно голодный? Нет. Нет. Че, как? Да без новостей пока. Че ты меня отозвал? Разговор серьезный. Ты говорил, ствол можешь достать? Могу. У тебя что, проблемы какие-то? Проблемы? Сестру с племянником защитить хочу. Ясно. Ну, смотри, короче, цена там не поменялась. Супер. Ты тут пока потусуйся. Я сейчас приду. Привет. Привет. Что-то случилось? Нет, ничего. Я тебя жду. У меня отличные новости. Кирилла взяли в музыкальную школу, а меня на работу. А, ну я рад. Знаешь, мне показалось, что мы за всей этой бытовухой как-то забыли друг о друге. Давай это исправим. А Кирилл спит уже? Спит. Пойдем поужинаем. Слушай, я тут как-то не голоден, я поел уже. Поужинал где-то? Да. Ну, у меня встреча была деловая.
Я понимаю, я тебя старше, и у меня ребенок, я в твою жизнь много проблем принесла. Жень, ты чего? Давай, пожалуйста, сейчас откровенно поговорим друг с другом. У тебя до меня была прекрасная, веселая жизнь. Ты был окружен молодыми, красивыми, необремененными девушками. И сейчас ты, видимо, устал. Да нет никаких девушек, Жень. Если нет, тогда почему? Ты так странно себя ведешь. Почему у тебя миллион оправданий? Ты устраиваешь Кирилла в музыкальную школу, занимаешься квартирной мафией. Но все это ты делаешь по ночам. Да потому что так и есть. Ты ничего не объясняешь. Почему ты берешь отгул на работе, а я об этом не знаю? Почему ты все время ищешь деньги? Куда ты ездишь? С кем ты ездишь? Да не могу ничего тебе рассказать. Не надо меня трогать сейчас. Прости. Послушай, придет время, ты обязательно все узнаешь. А сейчас дай мне спокойно заняться делом. Пожалуйста, я прошу тебя. Доверяй мне. Давай. Но проблем не будет после этого? Ты что? Я же не подставляю. Смотри, ствол копанный, восстановленный местными кулибинами. Номеров в ментовской базе нет. Работает 100%, проверено. И ствол попалишь, пеняй на себя. Я не при делах, понял? Понял. Давай. Ну чё? Давай. Вот. Я вернул весь долг. Тимурыч, какой долг? Это был мой подарок тебе на свадьбу. Ты разбогател, что ли? Еще недавно приходил спрашивать у меня по поводу работы. А, твоя нынешняя девушка богаче первой. Я тебя поздравляю. Нет. В общем, я не буду заходить издалека. Я скажу, как есть. Я знаю о твоем преступном бизнесе. Я собираюсь бороться с ним. Преступный бизнес. Красиво сказано. Сказал, как есть. Я знаю, как и какие квартиры ты отжал у законных владельцев. Я знаю, сколько горя ты внес в их жизни. Ну, Тимур, что за сопли? Ты же сам сказал. Это бизнес. Бывший муж Жени, моей Жени, Анатолий Кравцов, он покончил жизнь самоубийством после того, как ты отжал у него квартиру. Он это сделал, потому что ничего не смог доказать. Да. Как тесен мир. Это получается, что твоя новая пассия – бывшая жена этого клоуна? Поздравляю. Скажу только одно. Этот Кравцов был слабак. Не будь таким, как он. Замолчи. Ну, помнишь весь этот кипиш возле кафешки? Это все из-за твоих Кравцовых. Мне потом сказали. Ты должен за это ответить, Серег. Ну, хватит призывать меня к совести. Уж на чем и на квартире Кравцовых я ничего не заработал. Так а какие ко мне претензии? Я свое дело сделал. Документы предоставил, в торгах поучаствовал. Оформление на себя провел. Мне подавай покупателя, я хоть завтра сделку проведу. Ага. Я же всегда готов. Замечательно. Только на эту хату покупателей нет. Все шарахаются после этого суицидника. Ну, это да, да. Человеческий фактор, непредвиденные обстоятельства, форс-мажор. Ага. А скажи мне, на чем мне делать деньги? А? Мне опять надо будет стоимость снижать.
Продажа квартиры даже взяток не покроет. Ну, да, жаль, конечно. Но моя же комиссия не пострадает. Тимурыч, у меня очень много денег. Их очень много. Я могу купить в этом городе всех. Мой бизнес – это совершенная модель. Мое имя нигде не фигурирует, так что я юридически чист. И ни один юрист и такой профессионал, даже как ты, не сможет ничего доказать. Зачем? Зачем ты в это ввязался? Брат, мне надо содержать мою семью. Езжай домой и сделаем так, как будто этого разговора не было. Мы должны забыть про этот разговор. Я не смогу. Сможешь, брат, сможешь. Я не смогу. Привет. Привет. Ты уже вернулся? Да. Видишь, раньше справился. Как там? Я еще поеду. Просто ставишь меня перед фактом. Уже я вещи собрал. Жень, надо будет поехать на пару дней. Может, даже на неделю. Я еще пока точно не знаю. На неделю. Просто уезжаешь на неделю без всяких объяснений. А мне что думать? Давай так. С этого момента я хочу знать все, что касается моей квартиры. Ладно, это не касается твоей квартиры. А чего касается? Это касается работы. Я хочу найти нормальную работу. Высокооплачиваемую. Я хочу, чтобы мы нормально жили, а не считали эти гроши. Ты у брата остановишься? Нет, точно не у брата. Я не знаю, я придумаю что-то. Щетку забыл, и бритву нужно взять. Поедешь за автобусом. В смысле? Он же на столицу. Манал я 70 км за ним следить. Поехали. Он сойдет, и я выйду. Катать меня целый день не прошу. Да, есть свободная комната. Вам на сколько дней? Давайте пока на 3, а там, может, и продлю. Оплата вперед, вы в курсе? Конечно. Так. Так, хорошо. Вот, пожалуйста,
Комната на втором этаже. Спасибо. Добрый день. Братан, сделай мне тоже комнатку недалеко от этого. Ладно? Так, Зоя, этот день мы запомним и будем праздновать каждый год. Не вопрос, праздновать это ко мне. Как праздник назовем? Начало новой жизни. Гениально. Во-первых, мы впервые выходим с Димой в свет как пара. Во-вторых, это вообще мой первый выход в столице. Ну как? Богиня, светская львица. Давай только помаду другого тона. Это ты впервые, получается, сегодня у Димы будешь ночевать? Нет, нас папа к себе позвал. Неплохо ночь в пентхаусе. Вы там потише со своей страстью, не напугайте папу. Слышишь? Это Дима приехал. Все, держи. Обратный отсчет пошел. Через 2 часа мы с Димой во всей красе войдем на бал благотворителей. С Богом. Ты давай сторис побольше записывай. Хорошо. Так красиво. Я рад, что тебе нравится. Дим, мне кажется, я только что видела мисс прошлого года. Вообще не интересно. Почему? Потому что я пришел сюда с мисс этого года. Дим, ничего, что мы не занимаемся благотворительностью? Да здесь никто не занимается благотворительностью. Так, просто люди вышли. Бриллианты проверить, шампанского попить. А вот наши имена. Ой, спасибо. Так что не воспринимай все за чистую монету. Ты, кстати, какой будешь? Розовая. А мне белая, пожалуйста. Ну да, мероприятие, да, вечеринка, дорогая, красивая. Но благотворительность – это просто название. Ну, не скажи. Вот у Сергея, брат Тимур, есть жена. Так подойди, поздоровайся. Думаешь? Ну, хорошо. Так вот, его жена делает очень много постов благотворительности в соцсетях. Что? Ну, ты тоже делай. Я водитель Вартанюков, мне нужно срочно деньги передать. Куда? Да, вместе с тем пацаном, которого только что пропустили. Вход только по пригласителю. Но его же пропустили. Какая разница, кого мы пропустили? Слушай, не заставляй меня применять силу. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер те, кто ежедневно делает благие дела. Это что вообще за жест такой? Они выделили нам столик далеко от сцены. Мне хотели что-то этим сказать. Ну, может, это и к лучшему, не так музыка гремит. Нет, это неуважение. Так можно вообще остаться незамеченным. А потом попробуй, докажи, что ты здесь был. Оля, успокойся. Сейчас ведущий договорит свою речь. Будет звучать музыка, будешь ходить со всеми знакомиться, здороваться, фотографироваться. И тебя заметят. Безусловно, каждому из вас я предоставлю возможность выйти и сказать какие-нибудь добрые слова в микрофон. Ну вот я вижу уже первый гость. Прошу вас, я, к сожалению, не помню вашего имени, но он хочет сказать приветственные слова. Здравствуйте, меня зовут Тимур Вартенюк. И я не пришел бы сюда, если бы не один из гостей этого вечера. Я прошу обратить ваше внимание на человека вон за тем вот столиком. Это Сергей Вартенюк, он мой брат. И мне больно об этом говорить, потому что он преступник. Он обманул десятки людей, отобравши у них квартиры, лишил их крова над головой, а теперь жирует за их счет. Охрана! Уведите его. Так Сергей отобрал квартиру у семьи Евгении Кравцовой, сломав ей судьбу. И не только ей. Таких людей много!
Ну что ж, дорогие друзья, бурное начало. Но наш как вечер продолжается. Сюда впереди много-много положительных эмоций. Зачем здесь стоите? Закон же. Он же. Опять ты. Да ладно, ладно, я спросить просто. А этого за что выгнали? Выгнали, значит, адресом ошибся. А серьезно? Приставал кому-то, да? Любовник кого-то из блатных жен? Да мы откуда знаем. Следователь, вали отсюда! Ладно, сам узнаю. Что это вообще было? Давайте успокоимся и выпьем шампанского. Какое-то недоразумение. Провокация. Как вообще могло это произойти? И что он нес? Все собравшиеся здесь люди имеют свой бизнес. Вот точно, твой Сергей не самый главный здесь преступник. Да, так и есть. Да как он вообще мог так поступить, брат? Вот в чем вопрос. Хоть убей, не понимаю. А я всегда говорю, родственников нужно держать под контролем. Да какой он родственник? Я всего его пару раз видела. Да уж. Леночка. Пришла Леночка. Пойдем, пошли, пойдем. Пошли, поздороваемся. Ты должен с ним разобраться. Ты хочешь, чтобы я наехал на своего брата? Но он же на тебя наехал. Сереж, это больше не должно повториться. Лор, ну ты чего? Он меня просто опозорил. Да перестань, ты понимаешь, что происходит? Ужас какой-то происходит. Нет, Тимур довел дело до конца. Он нашел главаря квартирной мафии. А по иронии судьбы, это оказался его брат. Посочувствуй ему хотя бы немного. А кто мне посочувствует теперь? Да перестань. Ты хоть понимаешь, какое это испытание для него? Что он сейчас чувствует? Да пошел он. Мне все равно, что он чувствует. Доброе утро. Доброе утро. К нему никто не заходил ночью? Нет, и он сам никуда не уходил с вечера. Спасибо, братан. Тебе спасибо. Добрый день. Добрый день. Вас что-то заинтересовало? Эту спецовку можно померить? Конечно. Привет. Привет. Я вчера ждала, что ты позвонишь. Какой размер вы носите? Какой у меня размер? Ну, я обычно М-ку ношу. Хорошо. Что? Прости, это не тебе. Я сейчас в магазине спецовку выбираю. Давай я тебя позже наберу. Спецовку для работы? Да, хорошо. Конечно. Посмотрите, пожалуйста. Мама, я воды хочу. Кир, потерпи. Ну, я пить хочу. Ты хочешь, чтобы у тебя живот за километр со сцены торчал? Ты же модель, потерпи немного.
Сергей Вартынюк, он мой брат. И мне больно об этом говорить, потому что он преступник. Дим, мне уже кажется, что все это направлено против меня. Ну, глупости не говори. Ну, а как? Как мне жить после этого позора? Пожалуйста, видео загрузили в интернет, просмотры растут. Теперь не только лучшие люди страны, а вообще вся страна будет знать, за каким позорищем я была замужем. Ну, была, теперь не замужем. Вот. Так, мне срочно нужно оформить развод. Я думала, что это не важно, но оказалось очень важно. Сегодня же хочу поменять фамилию, чтобы ничего меня с этим человеком не связывало. В комментариях спрашивают, кто это. Вот, пишут о браке со мной. Привет. Пап. Привет, Петр. Доброе утро. Как провели вчера вечер? Ужасно. Ваши аплодисменты. Ну что, сегодня ты довольна? Ну, на фоне других Кира смотрелась хорошо. В смысле хорошо? Она смотрелась потрясающе, она офигительная. Юбилей наших талантов, прекрасных моделей завершилась. И теперь мы плавно переходим ко второй части нашей программы. Выступление юных музыкантов, пианистов и скрипачей. Раз. Здравствуйте. Это конкурс талантов, поэтому вашему вниманию одна короткая история о талантливом парне. Его зовут Кирилл Кравцов. Он виртуозный пианист, и он тоже мог бы блистать на этом конкурсе талантов. Но, увы, трагедия, потеря отца поломала ему судьбу. А виноват в этом он. Сергей Вартынюк. Охрана! Папочка! Позовите кто-то охрану! Папочка! Охрана! Вот, он себя опозорил и твою дочь. Мне стыдно, что вообще была за ним замужем. Это почему? Неужели ты сам не понимаешь? Доченька, ты стыдишься не того, что была родственницей преступника, который разрушил десятки жизней, а того, что была замужем за человеком, который пытается найти справедливость. Ты задумайся над этим. Вот и все. Он сказал, что я не найду на него права в суде, так как он нигде не фигурирует. Я понял, что это правда. Я пытался поднять общественность хоть каким-то способом. Я понимаю, что все мои выступления — это полная фигня, но что-то я должен был делать. Ты еще помнишь, как звучит бренд?
моей фирмы. Видел Макс? Да. Виталий и Максим. Ну, Виталий, это я, нетрудно догадаться. А Максим? Макс. Мой друг. Он никогда не имел никакого отношения к фабрике. Он был лучшим другом моей юности. И вот в 90-х мы решили открыть свой бизнес из того. Быстро пошли дела в гору. Тачки себе новые купили. Может, видел когда-нибудь с открывающимися фарами? Одним словом, шик. Ну, потом? А потом был в нашем городе такой, на то время, известный авторитет Вася Шпак. Он решил отжать наш бизнес. Не войти в долю, не купить, а отжать. Но мы, молодые, понятное дело, были против. И вот как-то вечером прибегает ко мне Макс, стучит в окно и говорит, что СТО горит. Сгорело. Да ладно, уже пожарные не приехали, Шпак не разрешил. И Макс не выдержал. Утром повесился на столбе. Прямо у пепелища, даже со мной не поговорил. Фу, жесть какая-то. Я долго не мог в себя прийти. Ну, всякое было. А потом взял себя в руки и решил начать новый бизнес. Птицефабрику. И назвал ее в честь нашей с Максом дружбы. Витал Макс. И вот теперь я не могу пройти мимо той ситуации, в которую ты попал. Даже если бы захотел память о моей дружбе с Максом, мне не позволит. Так что я с тобой. Спасибо. Да не за что. Это все ты. Ты виноват. Ты не предотвратил позора. Успокойся. Ребенок начинает нервничать, когда видит тебя в таком состоянии. Ребенок нервничает из-за случившейся ситуации, не из-за меня. Детское выступление. Контингент, конечно, там так себе, но все равно. Там же была какая-то пресса, а если раздуют? Форум благотворителей. Кем он нас там выставил? Да они же теперь со мной даже здороваться не будут. Успокойся и не смеши меня. Там у всех такой послужной список, что мне до них еще идти и идти. Он выставил тебя перед уважаемыми людьми. Человеком, не способным контролировать ситуацию. Успокойся и выпей. Хочешь коньяка, вина. Только успокойся. Я позвоню твоей маме, пусть заберет Киру. А маму сюда не нужно впутывать. Я просто хочу, чтобы ребенок провел выходные с бабушкой. А ты за это время успокоишься. Так сделай что-то, чтобы меня успокоить. Я завтра позвоню нужным людям и с ним поговорят. Считай, что я тебя нанял. Ты должен помочь Тимуру дожать это квартирное дело. Прежде чем дать свой ответ, я должен у вас спросить. Mm-hmm. Вы хоть понимаете, что это очень, я подчеркиваю, очень сложное дело? Это дело не против Сергея Воротынюка. Тут замешаны все. Банки, незаконно манипулирующие кредитной документацией, раз. Учреждения, которые проводят торги с нарушением, два. Исполнительная служба, ну, это традиционные беспредельщики, три. Госрегистраторы, четыре. Нотариусы. И лица подставные,
на которой оформляется недвижимость. Это очень массивный процесс. И я обязан вас спросить, вы хоть представляете себе его масштаб? Да. Главное, чтобы вы представляли. Для меня это дело чести. Финансовые издержки я беру на себя. Я согласен. Спасибо. В добрый путь. И опять эти квартирные разборки свалились на мою голову. Ну, почему не твою? Опять ты много на себя берешь. Твоя жизнь от этого не изменится. А если изменится? Уже один раз эти дела разрушили мне личную жизнь. И что, ты сожалеешь? Нет. Но вдруг начнутся проблемы. Тебя я терять не хочу. Ну, что за детские фантазии? Это обычная работа. Хотя нет, это отличная работа. Это резонансное дело, которое поможет мне выйти на более высокий уровень. Тем более, надо отдать должное, большая часть работы уже была проведена Тимуром. Есть список пострадавших, главный организатор схемы. Да, и подозреваемый уже психологически раскачан, опять же, усилиями твоего бывшего. Добрый день. Здрасте. А здесь проживает Ольга Вартынюк? Да. Этот букет передал оргкомитет форума благотворителей специально для Ольги. В знак моральной поддержки и солидарности. Привет, Жень. Привет. Я пришел к тебе, чтобы все объяснить. Да, я понимаю. Наверное, нужно было сразу все рассказать. Про брата, про все это. Но я как раз и боялся вот такой вот твоей реакции. Данькиной тоже. Вы с братом разрушили наши жизни. Что ты еще хочешь? Теперь хочу тебе помочь. Жень, я понимаю, что ты думаешь. Ты всегда будешь на стороне брата. Ну, ты сейчас не права. Зачем? Все это было нужно. Ты благодетелем себя хотел почувствовать. Почувствовал? Давай не будем мучить друг друга. Все вас поддерживают. Сочувствуют по поводу незаслуженной клеветы. Все надеются, что злоумышленник, позволивший себе такую провокацию, понесет заслуженное наказание. Да, я тоже очень на это надеюсь. 100%. Ты обалдел, что ли? На колени, гады. На колени! Пожалуйста, обрати на меня внимание. У нас сейчас все получится. Я тебе не верю. Даня звонит. Почему по видео? Вот они,
твои обидчики. Стоят перед тобою на коленях. Сейчас они погибнут, так как погиб твой Толя. Я обещал тебе это, я это сделаю. Но прежде чем я выстрелю, вы будете просить у моей сестры прощения за все, что вы сделали. Нет, не надо. Слушай, малой, у меня много денег. Сколько ты хочешь? И сколько вы будете просить? На столько минуты вы продлите свою жизнь. Простите ее! Я прошу тебя, останови его. Умоляйте, она все равно вас не простит. Даня. За то, что вы сделали, нельзя простить. Даня, пожалуйста, не надо этого делать. А, и этот там. Не слушай его, Женька, я твой брат. А он брат вот этого упыря. Он не способен его наказать, я способен. Ты не понимаешь, ты только подставишь себя этим. Женя, он выгораживает его, но это не поможет. Женя, пожалуйста, я прошу тебя, подумай о своем брате, а не о моем. Женя! Женя! Вы, наверное, думаете, что Женька тоже мать. Ну, женщина все-таки, да? Что она жалится. Алло! Женин брат сейчас у Сереги дома на Осенней. С пистолетом, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я понял. Так, Герман, срочно по этому адресу все ближайшие патрули и наша служба безопасности. А я понял. Нам нужен живой ответчик в суде. Не знала, что творит твой муж? На какие бабки ты живешь? Не знала? Я не знала. Не ври мне! Да, я догадывалась. Простите нас, пожалуйста. Так почему же ты его не остановила? Тебя все устраивало, да? Сложно убить человека вот так. Сложно решиться на это реально. Но легко быть таким преступником, как ты, Сергей Вартынюк. Ты забираешь у людей не только дома. Ты забираешь у людей жизни. Ты смотришь на свои руки и делаешь вид, что не замечаешь, что они в крови. Ты думаешь, что во всем мире нет человека, способного привести тебя к ответственности. Такой человек есть. Это я. Даня, родной, остановись, хватит. Если тебе важно это услышать, я прощаю. Не надо никого убивать, милый. Я прощаю. Нет, такое невозможно простить. Это брат этого на тебя повлиял, тогда? Я не остановлюсь, Женя. Виновные будут наказаны. Я обещал тебе, помнишь? Сиди, не рыпайся! Что? Эй! Что? Кто? Кто? Братца своего приехал защищать? Да пошел ты. Ты ментов вызвал, что повязали меня. Чтобы тебя за убийство не посадили. Не ври, чтобы я брата не убил твоего. Дожил он. Послушай, я найду тебе хорошего адвоката. Он тебе поможет. Ага. Теперь ты типа добродетель? Помогать будешь? Да хрен тебе. Ты такое же зло, как и брат твой. Ты понимаешь, что тебя посадить могут? Ну и посадят. Справедливости нет, потому что. Твой брат на воле будет, а я сяду. Ну такая вот ерунда. Поэтому вали. Чтобы ни я, ни сестра моя тебе больше не слышали, понял? Уважаемый суд, мои клиенты – жертвы этой масштабной, чудовищной квартирной аферы, организованной подсудимым. Долгие годы ждали восстановления справедливости. И сегодня их вера в торжество закона полностью зависит от вас, Ваша честь. Мы понимаем, что впереди еще не один процесс против госпредприятий, их сотрудников, банков. Но в данном процессе
Суду было предоставлено достаточно доказательств вины подсудимого Сергея Вартанюка как организатора преступной схемы, накладывающей тень на систему правосудия и на государство в целом. Спасибо. Подсудимому предоставляется последнее слово. Будете говорить? Нет, Ваша честь. Ну что ж, суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Хорошо, что ты не сделал тогда того, чего нельзя было бы исправить. Да не было бы кого судить, а так? Я не об этом. Был бы у тебя сейчас настоящий срок вместо условно. Да, повезло, что адвокат хороший попался. Попался? Ты как маленькая. Хорошие адвокаты не попадаются. Не поняла еще? Это одногруппник Тимура. Это он попросил его защищать меня. Мне адвокат сам сказал. Я не знала. Открой, пожалуйста. А ты чего здесь сидишь, выжидаешь? Почему не в зале суда? Я не адвокат. Надо же. А я думала, будешь выступать против брата. Вартанюка Сергея Васильевича, 1986 года рождения, состоящего в браке, военнообязанного, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями... А ты почему не с мужем? А мне зачем туда идти? Я тут ни при чем. А вот ты зря тут сидишь и прибедняешься. Зря преуменьшаешь свою роль. Потому что все, что там сейчас происходит, это все дело твоих рук. И кто бы сейчас не выступал, это все из-за тебя. А сидишь ты здесь только потому, что боишься посмотреть в глаза брату. К 5 годам лишения свободы и конфискации имущества. Из реализованного имущества выплатить пострадавшим материальную компенсацию в размере причиненного деяниями осужденного ущерба. Я поверить не могу, что все это с нами происходит. Ты держись, главное. Сам держись. Скажите, пожалуйста, вы жена подсудимого Вартанюка? Нет, вам показалось. А скажите, как вы будете я реагировать? Я же сказала, это не я. Снимай. Добрый день. Вы... Нет. Снимай. Наталья Петровна, сейчас она тебя покормит. Привет, кто тут у нас такой голубой? Кто вы такой красивый? Ольга Александровна сделала все, что мог. Но получилось. Срок дали небольшой. Но, к сожалению, с полной конфискацией имущества. Это все ты. Это все ты, гад. Это из-за тебя я осталась ни с чем. Если бы не ты, все Ольга было бы хорошо. Ну, пойдемте. Я тебе никогда пойдемте. Это не прощу. Справедливость восторжествовала, интересы пострадавших удалось отстоять. Добрый день, Дмитрий. Скажите, как долго пострадавшим ждать возмещения ущерба? Ну, думаю, что в течение полугода большинство претензий будет удовлетворено. Это один из самых масштабных процессов последних лет. Скажите, собираетесь ли вы снова браться за подобные дела? Тут важно сказать, что успех – это не только моя заслуга, но и работа еще одного молодого, перспективного юриста Тимура Вартанюка. Несмотря на то, что он оказался братом осужденного, именно он сделал самое важное. Провел самостоятельное первичное адвокатское расследование, не имея при этом ни лицензии адвоката, ни адвокатского опыта. Он до последнего не посвящал свои планы никого из близких людей, понимая, что не вправе рисковать их безопасностью. Я
Уверен, если бы все раскрылось раньше, то преступникам удалось бы избежать заслуженного наказания. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А похоже-то на меня. С чего это? Догоняй давай. Тимур! Привет. Прости меня, пожалуйста. Я ошибалась. Я рад, что все хорошо закончилось. Живите счастливо. Мне тебя очень не хватает. Ты знаешь, я хотел тебе сказать то же самое. Я жалею, что я сказал первым.